Видмантас Пильвинис, председатель окружной комиссии и член партии Союз Отечества христианских демократов Литвы, сделал оригинальный подарок своим однопартийцам в день выборов. Полицейский наряд, прибывший свидетельствовать председателя на предмет опьянения, не смог с ним договориться. Присядьте, присядьте! Куда же вы идете? Я иду помочиться. По дороге в туалет председатель Пильвинис поначалу не смог найти нужную дверь, чтобы выйти из кабинета. Через 5 минут он снова появился и захлопнул дверь своего кабинета перед самым носом журналиста. Автор данного видеоролика, кстати, является также и автором прошлогоднего скандального журналистского расследования о политиках, бесплатно отдыхавших в оздоровительном центре «Аква» в Друскиненкой. Это журналист Вильма Данаускине. Она и выложила видео на своей страничке в социальной сети Facebook, которое мгновенно стало хитом. Atsiprašau, jums kitus komisijos narius paprašėte, kad patikrintų? А вы попросили, чтобы проверили всех членов окружной комиссии? Попрашиме, bet pabėgo. Просили, однако убежали. Vaizdo įrašai, kuriuos ir vyriausioji rinkimų komisija peržiūrėjo. Мы просмотрели эту видеозапись. Действительно видно, что действия не скоординированы. Поэтому подозрения на возможное опьянение, скорее всего, подтвердятся. В тот же вечер несколько членов комиссии все же согласились пройти тест на трезвость на месте при помощи алкотестера. Максимальное количество алкоголя в 0,4 промилле было выявлено лишь у одного из тестируемых. Председатель окружной комиссии, по всей видимости, не задержится на этой должности. В этом году в день выборов это оказался единственный подтвердившийся случай употребления алкоголя. И не кем-то, а председателем комиссии округа, который должен был встречаться с избирателями, с прессой. Он дискредитировал избирком в глазах общественности. Тень упала и на организаторов выборов. Мы не можем допускать такого. Этот председатель будет отстранен. Председатель комиссии Пильвинис таким образом, возможно, отметил победу своих соперников – партии «Союз христиан» и «Зеленых Литвы». Партии, которая, по иронии судьбы, выступает за ужесточение продажи и контроля спиртного в стране. Андрей Танин, Игорь Конин, Первый Балтийский канал.